Здравствуйте, друзья! Зашла в Фикспрайс. Вообще, мне нужно сегодня посмотреть контейнеры под продукты, ну и банки под сыпучие продукты. Ну, заодно посмотрю, что здесь интересного есть. Задержался взгляд вот на такой вазочке. Подарочной упаковке. Такое бутылочное стекло. Очень симпатичное. Я в этом Фикспрайсе еще не была, поэтому посмотрю сейчас, что здесь есть. Подсвечников очень много разнообразных. Декоративные шкатулки, светильники. Интересные какие подсвечники, фигурные. Вот большое количество контейнеров. Есть даже вот такой пластиковый ящик на колесах. Вот с такой крышкой. Для хранения вещей. Очень удобная штука. 299 рублей на 32 литра. Потом есть вот такой контейнер с ручкой на колесиках. Тоже удобная штука. Тоже 299 рублей. Ящик с крышкой, створками. Очень вместительный тоже. Тоже вот побольше объемом ящик с крышкой. Створками тоже. Крышки, створки. Вот так сверху выглядит. Удобная, классная, вместительная штука. Не очень много нужно вещей убрать, которые мне не пригодятся, по крайней мере, до ноября месяца. И вот такие контейнеры, это прямо незаменимая вещь. Так, и есть еще хозяйственные корзинки. Ну, вот они у меня есть, в принципе. Но тоже они, кстати, очень удобные. И недорогие совершенно. Вот 13 рублей 70 копеек. По 55 рублей есть тоже. Пищевые контейнеры. Тоже с крышками. Тоже мне надо будет взять, потому что если мы будем ездить куда-то в сад на пикник, мне пригодится. У меня просто крышки в негодность пришли от таких контейнеров, поэтому надо уже купить новые. 59 рублей. Смотрите, какой чудесный. Появился уже летний ассортимент. Чудо-шляпки. У меня есть летние сандалии желтого цвета. И тоже, кстати, вот с таким плетением и с такой цепочкой. 299 рублей шляпки. Разные. 249 рублей есть. Сейчас покажу. Мужские и женские есть. Прям летний ассортимент. Такие вот мужские. Детские кепки. И не только детские. Градиент такой. Такие шляпки еще 349 рублей. Совершенно разные. Каких только нет. Есть еще вот такой набор контейнеров. 249 рублей. Очень удобный. 6 штук. Миска с мерным делением. И, конечно же, мое любимое. Не могу пройти мимо банок стеклянных. Разгружают здесь товар. Вот еще контейнеры какие. Вот эти с замком. Тоже очень удобные. Так, а что тут есть нового из посуды? Ну, конечно же, как всегда, моя любимая белая посуда. Соусники. Вот такой вот у меня есть. Такой я как-то купила. Так, а вот такого у меня нет. $124. Ну, классные. Вот этим пользуюсь прям с удовольствием. Ну, тут написано, что соусник я вместо молочника использую. Ну и, конечно же, стаканы классные и тарелки прозрачные от Паша Бахче.
А еще есть вот такая емкость для масла. Ну и большое количество бутылок различных, которые нужно брать с собой летом для воды, для напитков. Так, ну что, я взяла вот такой контейнер с крышкой, створками. Два небольших вот таких контейнера хозяйственных. И набор. Он с той стороны. Мне, короче, пришлось оставить телегу, потому что вот тут между рядов не проехать. В четверг они закончат выкладку, сказали. Приду, посмотрю еще, какие новинки будут. Все, бегу на кассу.